Всем привет! Купили вот такой слайм по большой акции. Вот этот оранжевый. Вот вылили на стол. Но оказался он очень-очень жидкий. Сейчас попробуем, что с ним получится. Тут всяких разных украшений. Сейчас насыпаем его. Тут и всякие звездочки. И просто какая-то нарезка цветная. Сейчас насыпем в него. Потом немножко придется подождать, чтобы он подзагустел. Ну, короче, посмотрим. Вот это начали. Такие цвета красивые. Внук у меня добавляет всего, что есть. Ракетный! Ну, смотрите на наш процесс, что мы там изготовляем. Тут и фрукты, и все-все-все. Маленькие такие картиночки. Зеленый, красивый. Хочет у меня слайм. Затетный какой. Мы здесь уже пытались этот слайм собрать в кучку. Но он еще очень жидкий. Надо подождать немножко, чтобы он подзасох. Такой липкий, противный. Ну, ничего, он от стола отлепляется хорошо. К пальцам клеится. Ну, так немножко пальчики пошоркал, и он отпадывает. Ладно, еще надо будет немного подождать, пусть подсыхает. А вот этот зеленый делали дня 2-3 назад. Он уже нормальный стал. Он, смотрите, какой густой, как пластилин. А это наш такой становится. Вот, смотрите, как он уже отлепляется. О, уже немножко пальцем только прилипает. Скоро будет готов. Ну, а это просто фотографии обзора. О, какой блин лежит. Это в самом начале.